на конкурс «Дети читают стихи» labyrinth.ru. Бодяжина Лена, 6 лет, Подснежник, Александрова. Узнесенный снегом кочек, под белой шапкой снеговой, нашли мы синький цветочек, полузамерзший, чуть живой. Наверное, жарко припекало сегодня солнышко с утра. Цветку по снегом душно стало, и он подумал, что пора. Вылез, но кругом все тихо, соседей нет, он первый здесь. Его увидел зайчиха, понюхала, хотела съесть. Но потом, наверное, пожалела, уж более тонок ты, дружок. И вдруг пошел пушистый, белый, холодный мартовский снежок. Он падал, заносил дорожки. Опять зима, а не весна. И от цветка на длинной ножке лишь только шапочка видна. И он от холода синее, головку слабую клоня, сказал: «Умру, но не жалею, ведь началась весна с меня».